«Волжанка» – лидер по производству минеральной и питьевой воды в Поволжье. С этим брендом агентство связывает 3 созданных работы. Перед агентством была поставлена новая задача – создать имиджевый ролик для питьевой воды «Волжанка». Цель ролика – поддержать лояльность потребителей к питьевой воде «Волжанка», что позволит не только привлечь новых покупателей, но и укрепит позитивное отношение к любимой воде постоянных клиентов. Совместно с представителем «Волжанки» было выделено 3 уникальных товарных предложения марки. Питьевая «Волжанка» везде хороша – и дома, и на отдыхе, и на тренировке. «Волжанка» идеальна для приготовления еды. «Волжанку» можно давать даже малышам. На этих характеристиках был выстроен сюжет видеоролика. Главный герой ролика – маленькая девочка. Дети – это выигрышный рекламный ход. Они всегда вызывают умиление у телезрителей и больше привлекают внимание к рекламируемому продукту. Героиня сидит на своем маленьком троне и мысленно с присущей детям логике рассуждает о том, как ее домочадцы используют волжанку. Сестра пьет ее без перерыва, мама готовит на ней еду, а папа постоянно берет на тренировку. Девочка обижена, что ей ничего взрослого не дают, а ее воду пьют все. Однако во всей этой истории есть положительный момент, который признает и сама героиня. Вода волжанка в этой семье всегда в больших количествах, и она дома никогда не кончается. Финальная фраза стала основой для слогана ролика «Волжанка» – «Нескончаемый источник жизни». Этот слоган несет двойную смысловую нагрузку. Одна из них продолжает идею ролика – вода, которая дома не кончается, и вторая – вода, которая постоянно дарует человеку жизненно важные и полезные микроэлементы. После утверждения сценария заказчиком, агентство провело кастинг актеров. Главных героев выбирали из большого числа подходящих претендентов. Действие сюжета развернулось на кухне специально арендованной для съемок квартиры. После съемок последовал монтаж ролика. По секундам собирались и обрабатывались кадры, накладывался голос ребенка и музыкальная тема ролика. Спустя несколько дней и многочасовых обсуждений видеоролик готов к просмотру.